продолжаются встречи с избирателями кандидата в депутаты Юлии Пархоменко. Речь на них не о большой политике. В зале говорят о злободневных проблемах. Дороги и тротуары, доходы людей, доступная медицина. В общем, обо всем, что сделает жизнь людей комфортнее. В чем кандидат видит возможность реализовать социальные проекты? В участии в целевых программах, говорит Юлия Пархоменко. Брать любую программу, она дает деньги всем по чуть-чуть. И начинается улучшение по всей территории, которая входит в наш 27-й округ. От будущего состава кубанского парламента зависит будущее каждого из нас. Пока кандидаты записывают обращения и вопросы людей. Совсем скоро они превратятся в наказы избирателей, своеобразную программу действий для вновь избранных депутатов.